красота, зеленая травка, газончик. Значит, здесь 4,5 сотки земли, новый газголдер на 1750 литров, очень хорошее качество исполнения с итальянской арматурой. Значит, газголдер будет установлен вот сюда, вот подтяжка, и дом у нас на двухконтурном котле газовом на Вьен. Горячая вода, отопление, полностью теплые полы. Значит, дальше по участку пройдем. Это у нас дерево грецкий орех. Мы его обставили, хорошо плодоносит. Здесь довольно-таки немало места можно под баньку. Вот. Значит, и вот здесь вот вывод поливочный. Значит, закрыто на зиму. Вот такой вот участок. Вот такой участок в целом. Так, заходим в дом. Значит, это у нас прихожая. Тут место под шкаф-купе. Сейчас покажу место под шкаф-купе. Вот, дальше, значит, мы попадаем в кухню-столовая, витражное окно с выходом на террасу. Установлена кухня, очень качественные материалы. Место под холодильник. Значит, вот здесь у нас котел. Мы видим на Вьен, двухконтурный котел. Все готово. Шланг запитываем, газголдер заправляем. И все, тепло пошло в дом. Дом в зимний период отапливается, в доме прям тепло. Наверное, около градусов 25-26. Вот. Так, значит, дальше заходим. Это санузел. Это санузел. Вот так вот он выглядит. Значит, так, здесь у нас место под стиральную машинку выведено. В общем, все сделано довольно-таки качественно. Так, дальше у нас входим. Это комната, ну, может быть, детская. Здесь место под шкаф-купе, либо под шкаф. Вот. Ну, здесь около, наверное, 11-12 метров квадратных. Честно говоря, точно не помню. Так, дальше это спальня хозяйская. Здесь она, конечно, побольше. Наверное, метров около 15-16. Вот, тоже отапливается в зимний период. Везде в каждой комнате выводы под кондиционеры сделаны. Две розетки. Здесь предполагается кровать. Но в целом ремонт очень достойный. Здесь, значит, тоже вывод под кондиционер видно там. На кухне точно так же. Вывод под кондиционер. Вот. Здесь стенка вывод, значит, под телевизор, интернет, антенный кабель. Все здесь есть. Ну вот вкратце такой дом.